Добро пожаловать на мой канал «Меню недели», где я публикую быстрые и простые рецепты, которые помогают экономить ваше время, силы и деньги на кухне. Сегодня я расскажу, как приготовить классическую окрошку на кефире с отварной говядиной. Мясо варю, остужаю, нарезаю мелкими кубиками. Картошку мою и варю в мундире. Яйца отвариваю вкрутую. И то, и другое обдаю холодной водой, остужая, и тоже нарезаю мелкими кубиками. Вся прелесть окрошки, как летнего блюда, в свежих овощах и зелени. Обязательные овощи – это огурчики, редиска и укроп. Все мою, мелко нарезаю. Наливаю в кастрюлю кефир. Если он жирный, разбавляю кипяченой или минеральной водой. Обезжиренный или 1% не разбавляю. И кладу в него все то, что нарезала. Овощи, мясо, яйца, укроп. Далее большой пучок зеленого лука нарезаю, кладу в ступку, насыпаю пару чайных ложек соли и толку. Но не в кашу, а просто сминаю, чтобы сок пошел. И вот это луковое пюре добавляю в кастрюлю. Перемешиваю окрошку и убираю в холодильник. Через час зову семью к столу на вкусный обед. Окрошка готова. Приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, чтобы не потерять этот рецепт. Видео, которые я публикую на своем канале, помогут вам экономить время, силы и деньги на кухне.